Вот это сорога, вот это да. Еще как может быть такая сорога, такой крупной, что ли? Может быть, вон какая. Вот по сравнению с рукой, вон она какая. С ладонью. Вообще монстр. Вот это да. А, это не она была. Это не она же была. Там у меня другая просто крупная есть. Сейчас покажу, где она. Вот же она. Сейчас покажу, вот это да. Я думаю, что-то вроде покрупнее же было, но... Сейчас я ее достану, вон она какая. Во, вот это да, вообще монстр. Вообще крупная. Всем привет! Выбрался на рыбалку. Сегодня у нас 16. Так, не 16, сегодня 17. Да, 17 марта. Вот решил поставить жерлицы с плотвичкой. Вот таким вот образом. Через рот поставлю поводок. Крючок будет во рту. Поставил уже несколько жерлиц. Вот так вот посередине пруда. Я сегодня в таком новом месте. Здесь вот деревушка рядом прям. И прям в этой деревушке такой вот водоем небольшой. Ну вот по слухам здесь есть неплохие щучки. Ловились. По поводу жерлиц не знаю, но по открытой воде летом 2,5 килограмма знакомый рыбак здесь ловил. Поэтому я решил попробовать жерлицу поставить и проверить, здесь есть какая щучка. Сейчас время 2:30 дня. Посижу несколько часов до вечера. И посмотрим, будет ли сработка. Очень интересно. Так, ладно, пока расставляюсь, еще несколько штук поставлю. Потом что-то будет интересно, еще включимся. Не забудьте про лайки, про комментарии. Кому интересна рыбалка, подписывайтесь. Будет много рыбалок на этом канале. Лед очень толстый. Примерно 1 метр 20 сантиметров в толщину. Бурить вручную нелегкая работа. Я вот с десяток лунок сделал, поставил с десяток жерлиц. И очень много энергии на это уходит. Без шуруповерта не очень. Так, немного снегом прикроем. Не то чтобы от мороза. Мороза нет. Чтобы немного свет приглушенный был, чтобы щуку не отпугивал. Ну, чтобы все естественно было. Так, надо чайку попить. Сейчас вот все жерлицы передо мной, перед глазами прям. Классно будет, если сейчас прям какая сработочка будет прям на глазах. Классный фруктовый чай с собой взял. Горячий в термосе. Сейчас попьем и продолжим нашу интересную рыбалочку. За рыбалку. Всем приятного чаепития. Ах, класс вообще. Чаек на природе, на рыбалке — это вещь. Супер. Спасибо тому, кто придумал горячий чай.
Класс. Погода вообще супер. Слабенький ветер, свежий воздух. Не холодно. Вообще класс. Сейчас пока лунки бурил, перегрелся аж. Спотел. Вкуснотища. Просто сказка сегодня. С этими рыбаками разговаривал. Спрашивал у них. Раньше здесь много рыбы было. Потом как этот водоем небольшой спустили. Глубина здесь примерно до 3 метров доходит. Неглубокий такой водоем. Небольшого размера. Примерно протяженностью. Наверное, 500 метров, наверное, он. Всего. В ширину метров. Ну, максимум 100 метров, наверное. Такой вытянутой формы. Попробовал порыбачить мормышку. Такой вот такой, чтобы маленький попался. Мелкий совсем. Так, сейчас поставлю с мелким. Окунем тоже одну жерлицу, чтобы этот для разнообразия. Что-то, блин, покрупнее было только что. Ё-моё, сорвался. Вроде бы вот такой окунь хороший был. Судя по весу сейчас. И убежал. Был сход какой-то такой рыбки покрупнее. Не знаю, что это было. Несколько секунд я поборолся. И сорвалась рыба. Потом делал проводки. Попались такие окушки. Ну, такого среднего размера, небольшие. Оп, сейчас была такая поклевочка. Значит, окунь стоит, он где-то здесь. Я его уже раздразнил в этой лунке. Оп, вот он есть, попался. Ну, такой небольшой. Судя по сопротивлению, такой вот. Небольшой. Попался на мормышку, на эту. Такой шарик. О, что-то поинтереснее. Что-то поинтереснее. О, такой уже по чуть-чуть побольше. Такой вот окушок. Тоже опять же попался на этот, на вот такой шарик небольшой. И решил попробовать пару мотыльков поставить, пока чай пью, чтобы с мотылем снасть постояла. Сейчас непонятно, это поклевка или это от ветра так шевелится. Кивочек. Ну пусть постоит так, наверное, этот даже лучше, то что ветер шевелит его. Получается такая автоматическая игра от ветра. Надеюсь, мою балалайку не утащит, там монстр какой-нибудь. Если так, оставлю пока. Хотел чаек попить, перекусить. Всем приятного аппетита. Я обедаю. Взял в термосе с собой горячую еду. Поклевочек на жерлице пока нету. Ни одной сработки. Поставил жерлице и глубоко, и мелко. В разных местах. Пока вот обедаю. Классно горячая еда на рыбалке, вообще класс. Так, перекусил. Сделал одну проводочку, попался окушок сразу же после обеда. Сейчас посмотрим, может, после обеда будет хорошо клевать.
Туго камеру выключил сразу же. Что-то какое-то помощнее что-то взяло. О, нифига себе, вот эта сарушка, ё-моё! Вот это да! Вот это да! Сейчас покажу, что там попалось. Не видно было, наверное. Мега-сорога какая-то. До этого тоже вот она, походу, клювала. Вот такая здоровая. Вообще капец, я такой не ловил никогда. Ё-моё, вот это сорожка. Вот это да. Такая крупная. Ничего себе. Как карась размером. Она вот до этого уже клювала один раз, уже срывалась. Я думаю, что такое, короче. До этого думаю, окунь такой здоровый, что ли. А это сорога, она грамм 200, наверное, весит. Вообще пипец. Только камеру выключил. Смотрю, раз, что-то сидит крупняк какой-то. Капец. Даже она этот. В 2-3 раза больше, чем те сороки, которые я вот до этого ловил. Вообще здоровая. Такая крупная плотва вообще. Здоровенная, ё-моё. Вообще сел крючок конкретно в губу. Не выходит. Вот этот вот шарик, вот этот. Вообще здоровый. Класс вообще. Вот это сейчас ощущение было. Я думал, окунь крупный, а там, оказывается, такая плотва крупная. Вот это да. Вот это ничего себе. Подсадил мотыля, называется. Не знаю, дело не в мотыле, не в мотыле. До этого тоже вот такая рыба была, походу, дело. Только камеру выключил и бабах. Вот это да. О, есть. Кто-то сел. Нет, это маленький кто-то. Это кто-то маленький. Маленький окушок вот такой. Что ж, так хорошо. Цепляются-то они. За эту мормышку прям с жадностью ее так глотаешь, что ли. То, что я цепить-то потом не могу, этот шарик. Вот это плотва. Конечно, здесь будут щуки-монстры. О, есть еще. Такими дрожащими движениями. Кто-то опять сел. Вот опять мелкий окунь. Все, уже раздербанили. Все, мотыля, надо поменять его. Вот еще один окушок на игру залетел. Испортил мне мотыля, моего сажал. Зараза такой. Сейчас поменяем мотылька. Подсадим нового. Такое предчувствие есть, то, что еще какой-то сейчас монстр залетит. Колокольчик так громко зазвенел. Прям не было похоже, что от ветра. Странно. Только камеру выключил. Ё-моё, опять окунь. Сразу же поклевочка. Как камера включена, они не клюют. Вот такие вот окуни. Подставщики. Потихоньку темнеет. День заканчивается. На жарлице я так и поклевку не дождался. Но все равно такая неплохая рыбалочка получилась. Половил, как видели, окушков немного. Какой-то вообще монстра плотву поймал. Сорогу. Такую я никогда не ловил. Вообще первый раз такую крупную вижу. Она грамм 200-300 точно. Вообще крупная. Прям этот. Хочется еще раз на нее посмотреть сейчас. Еще раз сейчас на нее посмотрю. Так, немного сейчас чай пускай стынет, а то он горячий. Так. О,
Вот это сорога, вот это да. Вообще, как может быть такая сорога? Такой крупной, что ли? Может быть, вон какая. Вот по сравнению с рукой, вон она какая. С ладонью. Вообще монстр. Вот это да. А, это не она была. Это не она же была. Там у меня другая просто крупная есть. Сейчас покажу, где она. Вот же она. Сейчас покажу, вот это да. Я думаю, что-то вроде покрупнее же было, но... Сейчас я ее достану, вон она какая. Во, вот это да, вообще монстр. Вообще крупная, сейчас хочется ее в руке подержать прям. Ничего себе. Даже она может поспорить с карасями, которых я ловил. Вон какая. Сорога-монстр. Вот это да. Вот это здоровая. Тянула вообще. Я думал, там полкилограммовый окунь какой-то. Вообще класс. Так, ладно. Я поехал домой, собираюсь. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Если вам нравится рыбалка, подписывайтесь. Рыбалок будет много со мной. Всем пока. Увидимся в следующем видео, на следующей рыбалке. Этот водоем меня вообще удивляет сегодня. Какая-то микроплотва вам попалась еще. Маленькая плотвичка прям. То монстр какой-то залетел, то микроплотва какая-то. Самая маленькая, которую я не ловил. Сегодня поймал такую плотву, которую я не ловил никогда. Самую маленькую и самую большую. Рекорд по самой маленькой и по самой большой плотве поставил сегодня. Надо будет эту маленькую тоже на жальце поставить. Может, какой-то окунь хороший поймет. Ну, этот поймается на него, на эту маленькую плотву.